Всем привет! Вы на канале интернет-магазина grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм. Это детский костюм пчелки. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде. В упаковочке полиэтиленовой. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru. И давайте посмотрим, из чего состоит комплект костюма. В товар у нас входят рожки. Такие вот рожки запечатанные. Давайте посмотрим, как они выглядят. Сейчас откроем. Вот такие вот рожки на ободке, черно-желтые. Рожки гнутся. Там внутри проволока. Можно их в любую сторону согнуть. И ободочек. Ободочек он на любой размер. Ну, как обычно, ободок одевается, он универсальный. И меховая пушечка такая желтенькая. Такие вот рожки на ободке. И в товар у нас входит комплект платьица. Платьица пчелки черно-желтые. Юбочка у нас идет с несколькими слоями. Здесь идет атлас у нас на сеточке фатиновой. Вот посмотрите, черный фатин, такой вот сеточка. И внизу подъюбник, черный подъюбник из атласа. Вот так вот выглядит это внутри. Рукавчики у нас коротенькие, рукавчики на резиночке тянутся. Вот вы можете посмотреть. И по талии у нас идет пояс, то есть ленточки. Вот такие вот ленточки, то есть вокруг вы завязываете там на бантик. Такие вот ярко-желтые ленты. Сзади платьице у нас выглядит вот так. Завязывается по шее на веревочке. Такие вот веревочки. И есть крылышки из сеточки, вот такие желтые крылья. Они здесь расправляются. Такие вот небольшие желтенькие крылышки. Вот так вот выглядит само платьице. По талии идет платьице вшита резиночка. Вот так вы можете увидеть, что оно здесь тянется. Поэтому по размеру можете не переживать. Вот весь наборчик идет. Значит, платьице черно-желтое и рожки на ободке. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.